В прошлом выпуске «Знай наши» затеялось познать тонкости выгодного шопинга с интернет-дискаунтером «Все для дома». Этот проект презентован старейшим и авторитетнейшим магазином города «Центральным универмагом» на отдельной территории низких цен, акций и выгодных рассрочек. Непокоренных 26А, торговый центр «Рио», второй этаж. «Все для дома» — это здесь. А сегодня «Все для дома» говорит о лете, потому как у каждого сезона есть свои хиты. Дорога ложка к обеду, а товар к сезону. А когда в сезонном товаре еще и попадается акция, это отдельно сердцу дорого. Сейчас найдем. Искать будем среди пляжных аксессуаров, товаров для сада, дачи и пикника, летней солнечной косметики и массы иной полезной немелочевки, собранные под большим пляжным зонтом, как положено, на виду и для удобства в летней сборке. Но от грамотной презентации товара к выгодам, как и должно быть в дискаунтере, акция найдена. Что удивительно, даже в сезонном товаре, что случается нечасто. Первая акционная позиция – линейка надувных мобильных бассейнов. Это один из акционных бассейнов, один из самых маленьких, соответственно, для самых маленьких. И обращаем внимание вот на такую вещь. В этом бассейне есть дополнительное дно. Это очень здорово и очень хорошо, когда есть это второе дно. Особенно, когда бассейн стоит где-нибудь на дорожке, под которой могут быть какие-нибудь камушки. И тогда мы точно будем знать, что наш малыш в безопасности. И еще одна конструктивная подробность. Забавный и веселый козырек. Эта деталь добавляет настроение малышу и решает вопрос защиты от солнца. И не нужно думать, что надувные бассейны – это исключительно забава для малышей. Вовсе нет. Вот смотрите, вот эта штука… О, не вытащу. Это такое специальное плавательное кресло для влюбленных парочек. Вот эта модель для подростков, а есть еще и модели для всей семьи. Вот просто мама, папа и двое детей совершенно запросто помещаются в габариты такого надувного бассейна. Но главная новость не в вариантах моделей и комплектации. Сегодня весь вопрос в цене. До 25% скидка. Это серьезно. И это, заметьте, в сезон. Очень привлекательно. Однако перейдем ко второму летнему хиту. Само собой, им стал главный атрибут хорошего летнего пикника. Хит сезонного товара – складной мобильный мангал, и он же акция сезонного товара. Я их здесь вижу два, и они очень разные. Вот эта модель облегченная, ее, наверное, хватит на 1-2 сезона, но и стоит она совсем немного, а вот эта модель уже поинтереснее. Так, помассивнее, плотнее, крепче, и ее уже можно использовать как стационарный мангал. Но, правда, я не знаю, как с этим разобраться. Будем просить мастер-класс. Саш, можно вас попросить? Показывайте, как это все работает. Очень просто. И пока консультант дискаунтера посвящает в тонкости не сразу понятной технологии сборки, расскажем чуть подробнее о самом мангале. Выполнен он из 2-миллиметровой крепкой нержавеющей стали. Складывается в аккуратный чемодан, вы это видели, а в комплект входят стальные колосники, кочерга и шампуры. Имея навык, собирается-разбирается такой мангал всего за пару минут. Так, уже наш мангал обретает форму. Но главное все то же. До 25% экономии в особом сезонном акционном предложении. И это крайне выгодно. А между тем, мангал уже собран. Саша, спасибо. Опыт маленький, но полезный. Спасибо. Берем, в общем, берем. Заказать товары по акционным ценам можно уже сейчас, по телефону. А узнать больше, прицениться, сравнить и приобрести в один клик на сайте интернет-дискаунтера «Все для дома». Находим в сети, забираем в магазине. Здесь это запросто. А в ассортименте многое и все для дома. От мебели до последней прихваточки на кухне. От люстры, светильников до интерьерных штрихов, вазочек, рамочек и милых уютных декоров. Но сегодня лишь о малой части, только двух акциях текущей недели. А акций много, так что успеваем сориентироваться и приобрести все максимально выгодно. Подскажем о возможности приобретения товара в беспроцентную рассрочку. Есть также кредит, доставка и много всего интересного. В общем, захаживайте. А все акционные новости уже в следующем выпуске программы. Не пропускайте.
находится дискаунтер «Все для дома» на бульваре Непокоренных, 26А, на втором этаже торгового центра «Рио». Адрес сети интернет www.discount.by. В Могилеве есть десятки компаний, которые занимаются продажей спецодежды и обуви для работы. Изучив разные предложения, я решил посетить магазин спецодежды, что на Пожарном переулке 7. Почему его? Ну, потому что здесь впечатляющий ассортимент. Более 200 позиций. О, звонок. Есть кто живой? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Николай. У нас одежда для всех практически отраслей производства. Только так называемых летних спецкостюмов в торговом зале я насчитал 25 видов. Это хороший показатель, ведь здесь можно себе найти спецодежду по вкусу. Ну, например, сотрудник строительной компании или фермер. Это очень удобная ткань. Она идет 50 на 50. То есть, как внутри. Понять, 50 на 50? А теперь рассказывай. Значит, внутри, смотрите, она идет полностью ХБшечка. Ну да, то телу есть, приятно. Так. Телу приятно. Не потеете летом и, как говорится, не холодно зимой. Не мерзнете зимой. Да. О достоинствах именно этого костюма Наталья рассказывала еще мне минут 15. К плюсам. Хороший дизайн, универсальная ткань, возможность изменять размер, большое количество всевозможных карманов и карманчиков. Я добавил бы еще один. Качество пошива. Вот, ну посмотрите. Классно? Классно. А причем внутренние швы все шиты тремя швами. Тройной шов – это хорошо. Светоотражающие вставки – замечательно. А вот что касается одежды с повышенной степенью защиты. Оказалось, в магазине на Пожарном 7 есть и такая. А вот это что такое? Это специфическая, ох, скажем так, ничего себе. Рабочая одежда. Два костюма, которые предназначены для работы сварщиков. Это кожа, необработанная кожа, которая не горит. Путешествуя дальше вдоль прилавков, я обнаружил отличные жилетки с водоотталкивающим верхом и утепленные натуральные овчины. Рядом мною были замечены майки и поло из 100% хлопка, светоотражающие жилеты и... светоотражающие подтяжки. Согласитесь, название смешное, но для велосипедистов отличный вариант. Также мое внимание привлекли пару зимних комбезов. Вот эта куртка, она выдерживает 2 часа при температуре минус 60. Так что рыбакам и охотникам на заметку. А еще для меня стало открытием, как выглядит современная защитная рабочая обувь. Модный дизайн, верх – натуральная кожа, внутренняя отделка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, кроссовки антистатичны, носок способен выдержать нагрузку, внимание, до 200 джоулей. Это, представьте, вам на ногу с метровой высоты падает 70 килограммов груза, а ноги в этом кроссовке хоть бы что. Кстати, еще одна особенность. Приходили наши клиенты, рассказывали, что капнуло масло, загорелось, потушили, не осталось даже капельки. В общем, такая спецобувь – отличная альтернатива некогда популярным кирзовым сапогам. Да, чуть не забыл, в магазине на Пожарном переулке 7 можно купить резиновые сапоги, внимание, с усиленным носком. Ну а на следующем стенде была представлена коллекция рабочей медицинской одежды. Есть костюмчики такие хирургические, которые уже подходят и женщинам, и мужчинам. То есть в основном это хирурги, все наши врачи-мужчины. Я вижу стоматологи. Стоматологи. У нас есть такие халаты, костюмчики, которые, то есть, ну, можно сказать, вообще для всех сфер обслуживания, включая не только медицину. Замечу, эта коллекция сшита из ткани с повышенным содержанием хлопка. Ну и также помимо одежды всей рабочей, у нас присутствуют средства индивидуальной защиты. От такого изобилия у меня прям-таки зарябило в глазах. Здесь тебе и защитные наушники, и сварочные очки, и маски, респираторы, регулировочные жезлы, фонарики всех мастей, наколенники и перчатки с разными степенями защиты. А от каскетки, это бейсболка с каской, я был вообще без ума. Одним словом, вспомнил детство. Вы знаете, я вот в магазине спецодежды ощущаю себя как в детской комнате. А знаете почему? Здесь все ярко и все надежно.